Общая протяженность автомобильных дорог в Кустанае более 417 километров. В хорошем и удовлетворительном состоянии 406 из них. В текущем году запланирован ремонт 42 улиц города, 17 средним ремонтом, остальные методом ресайклирования. Сегодня более 50% работ уже выполнены. Завершить их все планируют к сентябрю. 1 миллиард тенге городским бюджетом было предусмотрено на ремонт дворов. Планировалось отремонтировать 60, но за счет экономии средств добавили еще 10 дворов. Как рассказал аким города, все работы идут в срок и планируется завершить вовремя. Хотел бы сказать, вот по дворам внутридворовой территории, у нас эта программа работает уже последние 3 года, вот 3 года началась она, да? 3,7 миллиардов тенге было освоено. В этом году, с учетом того, что мы выделили, будет 366 дворов, это будет 70%. И мы планируем, что в 2023-2024 году мы эту работу завершим в течение 2 лет. 100% будет. Марат Джандубаев рассказал, что в текущем году Национальным центром качества дорожных активов проведены замеры интенсивности движения по проспекту Абая. Они показали, что по этой дороге проезжает в сутки до 28 тысяч единиц авто. Последний раз замеры производили в 2016 году, и тогда показатель был 15 тысяч. В связи с высокой нагрузкой на проезжей части наблюдается изношенность асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня. В октябре месяце завершается межремонтный срок службы эксплуатации дорожного покрытия участка в границах улицы Тайлюсадык Путепровод. В этом году мы вот будем разрабатывать проектно-сметную документацию, а смету составлять. И к следующему году мы планируем, что от Путепровода до Тайлюсадык мы ремонтные работы проведем с заменой бордюрного камня. Сейчас ведутся инженерно-геологические изыскания по конструктиву дорожному. Проблемный объект сегодня улица Сьянова. Еще 2 года назад там начались работы по реконструкции улицы в границах от Рабочей до Гоголя. Но в 2021 году работы приостановились, так как подрядная организация не выполнила договорные обязательства. Сейчас идут судебные разбирательства. Вопрос о завершении работ на этом участке на контроле у акима города. Алексей Краснов, Валерия Смакамбетова и Валерия Зиновьева, РТН.